Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы вам расскажем и покажем один из самых урожайных гибридов агрофирмы «Семена Алтая» с урожайностью до 10 кг с квадратного метра. Это полудетерминантный томат «Пень». Томат «Пень» – это полудетерминантный раннеспелый гибрид томата. Созревание наступает примерно на 90-95 максимум 100 день после посева семян. В нашем случае максимум плодоношения и спелости наступило к концу июля при посеве в Сибири в конце марта. Этот томат действительно очень урожайный. Максимальная урожайность достигает около 10-12 кг с квадратного метра, при учете, что на одном квадратном метре будет 6-8 растений. Плоды в среднем весят около 120-140 грамм. Самые средние плоды, не учитывая вот такие мелкие, будут весить около 140-160 грамм. Растение это полудетерминантное, это означает, что оно заканчивает свой рост после формирования примерно 6-8 цветочной плодовой кисти. Можем даже посмотреть, как это выглядит именно на наших томатах. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая кисть только начинают завязываться. Если укорачивать растение на высоте формирования шестой кисти, то это растение будет давать максимум своего урожая. Томат «Пень» формируем в один стебель. В открытом грунте можно формировать в 2-3 стебля, поскольку он идеально подходит как для тепличных условий, так и для открытого грунта. Томат действительно очень урожайный, очень красивый, очень яркий и усыпан как пень грибами. Но не зря же он называется именно пень. Посчитаем еще количество томатов на кусту и посмотрим, сколько же их на одном растении. Итак, возьмем какой-нибудь средненький, ну, допустим, этот, который ко мне ближе всех находится. Возьмем даже маленькие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 30-35 томатов может быть на одном растении. Я думаю, мы сорвем парочку томатов спелых, пойдем разрежем их, посмотрим, какие они внутри, взвесим. И чуть больше поговорим детальнее о этом томате. Вот он, наш томат «Пень». Смотрите, как много томатов. И мы собрали только самые-самые спелые буквально с двух растений. В целом же на растении будет огромное количество спелых томатов. Сейчас взвесим массу, узнаем, какой он по массе томат. В целом, если говорить о томате «Пень», он у нас ярко-красной окраски, традиционный для томатов, без оттенков в малиновый, оранжевый, желтый, но можно назвать слегка оранжевато-красным. Насыщенный, яркий, округлый, слегка вытянутый, на некоторых томатах, которые еще зеленоватые, может проявляться небольшая такая ребристость. В целом, все томаты выровнены по форме, по своему размеру, по массе, по окраске, конечно, потому что это все-таки гибридный томат. Между прочим, этот гибрид также очень устойчив ко многим заболеваниям, но иногда может поражаться вирусом табачной мозаики и фузариозным увяданием. Но такое бывает только в случае, если в вашей теплице в открытом грунте есть большая зараженность этими неприятными заболеваниями, вирусными или бактериальными. Поэтому отлично отзывается на профилактическую обработку. Если провести 1-2 раза за сезон, то совершенно никаких проблем с этим прекрасным томатом не будет. Давайте взвесим наши томаты. Самые средние, крупные, маленькие, абсолютно все. И заодно вычислим, какая все-таки будет урожайность с квадратного метра уже по факту в нашей теплице в этом 2020 году. Итак, берем вот такой томатик со слегка такой ребристой формой. О, да, у нас, кажется, рекордсмен 223 грамма. Не зря я говорила, что средняя масса томатов будет около 140-160 грамм, учитывая самые мелкие плоды, самые нижние, которые находятся в нижней части растения. Самые же крупные, вот как показывает практика, около 230-250 даже, наверное, грамм. Ветер. Томат масса чуть поменьше, будет около 186 грамм, 85-86, из-за ветра немного масса будет меняться. Ну, давайте взвесим еще один для точности расчетов. 174 грамма, то есть в среднем наши томаты в этом году чуть крупнее, чем по эталонным показателям. Особых каких-то диких подкормок минеральными удобрениями мы не проводили. Всю схему подкормки можно было увидеть в нашем инстаграм «Семена Алтая», а также на YouTube-канале. А теперь небольшая рубрика «Занимательная математика». Посчитаем, какая же урожайность с куста в килограммах будет на нашем растении «Пень» в случае, если мы возьмем среднюю массу. Для этого, наверное, взвесим еще самый мелкий томат, который мы сняли. Это вот такой по размеру.
105-106 грамм. Несмотря на то, что это гибрид, у него действительно бывают разные по массе томаты, поскольку они начинают созревать, когда дойдут до определенной биологической спелости состояния. И самые первые, самые крупные плоды весят, конечно, больше, чем самые мелкие. Итак, открываем калькулятор и считаем, что в среднем на нашем растении сорта пень, томате, есть около 30 плодов. Средняя масса будет около 150 грамм. Даже, наверное, посчитаем 160, поскольку у нас большеватые томаты выросли. Получается, что с одного растения мы можем получить 4 килограмма 800 грамм томатов. Вы только представьте. С учетом того, что здесь у нас собраны томаты совсем с небольшой площади, то есть всего у нас там 6 или 8 растений было, думаю, будет интересно взвесить только самые спелые, с учетом того, что на растении осталось еще большое количество томатов. Возьмем, у нас весы, правда, максимум 5 килограмм покажут. Так, чтобы было видно, оттарим. И взвесим томаты, которые мы собрали в самом спелом состоянии. Это примерно 1/8 часть всех томатов. Итак. Мне кажется, мне будет не видно. Мне нужна будет помощь оператора. Так, сколько там уже? Все в раз не вошло, поэтому будет 2 взвешивания. Затем приплюсуем. Кило 553. Это первая партия томатов, которые мы взвесили. Так. Сейчас пойдем далее. И вторая партия. Ой. Короче, килограмм 400 плюс-минус. Как видите, 3 килограмма томатов мы сняли с 6 растений самых спелых. Соответственно, заявленная урожайность в 10 килограмм с квадратного метра — это еще очень-очень маленькая урожайность. По факту же она будет гораздо больше. Если прикинем, что с одного растения мы соберем 4800, умножаем на 6 растений на квадратном метре, это почти 30 килограмм томатов. 30 килограмм томатов с одного квадратного метра может дать урожайность томата пень, превращенный в тепличных условиях. Офигеть, я в шоке немножко. Теперь, я думаю, будет самая интересная часть. Мы разрежем томат, посмотрим, насколько у него много мякоти, насколько она жесткая или мягкая. Также проверим, какой он по вкусовым качествам. Итак, берем наш красивый томат и будем его разрезать, пробовать, смотреть, какой он внутри. Так, ну вот такого большого красавца возьмем и режем. Смотрите, какой красивый, идеальный, традиционный томат, в среднем с 4 камерами. Иногда может их быть 6, но это редко бывает. Несмотря на то, что гибриды тоже имеют свойство несколько расслаиваться на одном растении. Вот такая красота. Семенные камеры, между прочим, очень плотные. То есть из томата не вытекает абсолютно жидкость ни в каком виде. Можно потрясти, можно повыжимать. Потому что в нем большое количество пектина, который входит в состав как раз-таки того вещества, которое находится в клеточных камерах. Вот в этих крупных камерах. Итак. Мне кажется, это будет идеальный томат для приготовления бургеров и бутербродов, потому что его можно отрезать вот таким вот ломтиком, и он хорошо очень сохранится. Стенка у этого томата пень очень толстенькая, мясистая довольно. Вот видите, даже так еле-еле заметно вытекает сок. И, в принципе, выглядит... О, кстати, выглядит интересный аромат, довольно насыщенный томатный, что не характерно для гибридов. Итак... А это очень хорошо. Наверняка есть такое предвзятое мнение, что у гибридов, как правило, ужасный вкус, они никакие пластиковые, жесткие. Безусловно, никто не говорит, что гибридные томаты по вкусу можно сравнить с сортовыми. Но даже несмотря на это, у него яркий выраженный томатный вкус, который будет максимально выраженным при выращивании в открытом грунте на солнце, либо при правильном минеральном питании. Достаточно добавить небольшую калийную подкормку в период плодообразования, и даже гибридные томаты дадут приятный сладкий вкус совершенно без кислинки. Так и хочется продолжать жевать этот прекрасный томат. У томата пень есть один очень-очень большой плюс. Это довольно жесткий томат, и транспортабельность его очень-очень хорошая. Такой томат будет идеален для тех дачников, которых дача находится на большом расстоянии от их основного места жительства. И перевести такой томат даже в куче, вместе, в ведрах, в коробках, в пакетах, хоть в чем, на большое расстояние,
не составит никакого труда, а аромат и вкус при этом порадуют вас обязательно. Это томат универсального назначения, его можно использовать в салаты. В заготовке он в лучшем виде пойдет, конечно, для маринования, когда будем снимать вот такие небольшие плоды, а крупные идеальны для салатов. Дорогие друзья, гибрид томата пень полудетерминантного, невероятно урожайного, даже больше, чем 10 кг на квадратный метр, как мы убедились, до 30 кг на квадратный метр, действительно достоин вашего внимания. Это непростой гибрид, который обладает пластиковым вкусом, то есть никаким, который, конечно, красивый и ровный, но очень плохой. Нет, это тот самый гибрид, который очень красивый, невероятно урожайный, обладает приятным томатным вкусом и устойчив ко многим заболеваниям. Обязательно попробуйте в следующем году вырастить этот томат, и даже трех растений будет вполне достаточно, чтобы обеспечить себя свежими вкусными томатами. До встречи в новых роликах и пока-пока!